Привет, друзья! Сегодня 1 апреля, и сегодня несколько поводов для того, чтобы вышло это видео. Во-первых, хочу вам напомнить, что 1 апреля, сегодня, исполняется 6 лет с тех пор, как магазин «Большая корзина» находится в Воронеже по этому адресу. Свободы, 29. Мы ждем вас за покупками. Во-вторых, хочу напомнить о том, что у нас есть YouTube-канал с большим количеством мастер-классов по разным направлениям творчества. И мы с Сережей, с моим замом, записали для вас целый мини-сериал под названием «Сережа учится» с основами, с базой для новичков по разным направлениям творчества, как и что делать, мини-ликбез. И о том, как весело проходили наши съемки, как много мы смеялись, будет дальше в этом видео. Привет, друзья! Я Блаша Ольга, хозяйка магазина «Большая корзина», в котором я сейчас и нахожусь. Буквально месяц назад я кинула ключ о том, что я ищу нового зама, и я его нашла. Это Сережа. У Сережи очень много положительных качеств, в том числе у него есть опыт работы в продажах, но у него совершенно нет опыта в нашей творческой сфере. Но раз нет, значит, будем учить. И мне пришла в голову, мне кажется, прекрасная идея, а не снять ли для вас такое реалити. Реалити под хэштегом «Сережа учится». Небольшие, короткие видеоролики с кратким ликбезом по тому или либо иному направлению творчества. Если вам интересно смотреть такой сериал, не забывайте подписаться, и первая серия уже завтра. Слушай, мне кажется, может быть, тебе стоит не прямо смотреть, а может быть, тоже чуть-чуть бочком как-то повернись, что вот как-то вот, да. Прекрасно. Вот так. Да, а можешь даже иногда на меня смотреть, когда я буду говорить, а ты прям подобострастно кивать, да, типа, да. Да? Да. Молчаливый диалог. Почему молчаливый? Нет, ты говоришь, я молчу, но поддакиваю. Ну, киваешь, да. Можно смотреть значительно, да. Говорить ничего не надо. Давайте. Привет, друзья! Я Блаша Ольга, хозяйка магазина «Большая корзина», в котором я сейчас и нахожусь. А это Сережа, мой новый зам. И сегодня мы запускаем реалити-шоу «Сережа учится». Сегодня серия первая «Маловарение». Привет, друзья! Я Блаша Ольга, хозяйка магазина «Большая корзина», в котором я сейчас и нахожусь. А это Сережа, мой новый зам. Сегодня мы будем разговаривать. Привет, друзья! Я Блаша Ольга, хозяйка магазина «Большая корзина», в котором я сейчас нахожусь. А это Сережа, мой новый зам. Судя по отзывам, наша реалити «Сережа учится» вам понравилась. Поэтому сегодня будет новая серия. Декупаж. Привет, друзья! Это Серёга. Важный момент, который я хочу уточнить после предыдущих комментариев. Я отключил. Важный момент, который... Да, я отключил. Нажала? Да. Закрой дверь. То сейчас начнется. Привет, друзья! Я Блаша Ольга, хозяйка магазина «Большая корзина», а это Сережа, мой новый зам. Сегодня мы хотим продолжить... Что было смешно? Привет, друзья! Я Блаша Ольга, хозяйка магазина «Большая корзина», в котором я сейчас и нахожусь, а это Сережа, мой зам. И сегодня мы продолжим сериал «Сережа учится». Сегодня будем говорить про мишек Тедди и материалы для него.